Дякую. Це перша типографія. Ти звалився, того як ми домовилися до власних типографії. Прийшли працівники з СБУ і в більшій формі почали друкувати. Домовляємо, з якою ми домовляємося, і починають їм розказувати, що цього не потрібно робити. Я захалкавати. Оборона, будь ласка, там провокатори. Тільки не бийте їх, будь ласка. А після будемо спілкуватись разом, ми спілкуємося потім, хорошо? Давайте вот так. Це столицю воров і корупціонерів. Во-первых, в ручному режимі, во-вторых, закрита від всіх харківчан. Друге, це нарешті зняти депутатську недоторканність, бо тоді бізнес не піде в політику, туди підуть порядні люди. І третє, це закон про антикорупційний суд, який нарешті дасть змогу здійснити посадки найвищих посадових осіб держави. Слава Україні! Герой! Герой! Слава! Мені сказали, куди ти лезеш? Ми тебе розстріляємо на границі. Куда ты лезешь? Мы договорились с грузинским олигархом. Если меня стреляем, то наложим наручники и поедешь в Чуму, Грузию. Вы извините, куда ты лезешь? Тебя сейчас никто не ждет. Но я все равно вернулся, потому что я точно знаю, что тут есть вы. Я точно знаю, что тут есть самые лучшие люди в мире, самые образованные, самые трудолюбивые, самые спокойные и одновременно полные достоинства. Которые реально должны выключили зараз. Сейчас. О, спасибо. Женя, какие вопросы мои с вами? Давайте мегафон. Поэтому, что бы они ни говорили, что бы эти барыги себе не возомнили, есть народ, и не все уже еще уехали в Польшу. Не все еще уехали в Россию. Не все еще умерли на зло врагам. Есть у людей сила, есть у людей возможность еще побороться. Украина имеет потенциал самой быстрой экономики в Европе. Посмотрите на Харьков. 25 тысяч лучших айтишников Европы живут тут. Самые высокотехнологические производства не просто Советского Союза и Восточной Европы, но они из самых лучших в Европе и в мире еще существуют тут. Самый высокий уровень образования из всех городов Украины и Восточной Европы до сих пор существует тут. Чего не хватает? До самой малости нормальных управленцев. Украине сейчас 1% экономического развития. В Украине сейчас 17% инфляции, а на предметы первой необходимости 40-50%. То есть на продукты питания и на тарифы. В этой ситуации, конечно, о развитии приходится не говорить. Целые города Восточной Украины, в первую очередь Харьков, после того, как прерваны связи из-за войны, практически стали умирающими городами. Тут стал тупик, экономика не развивается, Харьков по развитию на 7-м месте среди больших городов Украины. Это нормальная ситуация? Это унизительная ситуация? Это ситуация, которая бьет каждый день по вашему существованию, по вашему семейному столу, по вашим детям и внукам. Поэтому Украине как никогда нужно быстрое развитие. Украине нужна двузначная цифра роста ВВП минимум следующие 10-15 лет. Это означает, что максимум через 5-6 лет здесь будет удвоение уровня жизни и будет удвоение каждые еще 6-7 лет. Это первое. Второе. Украине нужно реально 300 нормальных людей найти по всей стране. 300 спартанцев, которые просто скажут, мы идем на один срок в Верховную Раду,
подпишутся с вами договор и скажут: за этот срок мы примем, мы поменяем налоги, мы повысим пенсии, мы поменяем систему здравоохранения и образования, мы полностью поменяем систему государственного управления, мы уволим этих дармоедов, которые работают в госслужбе, минимум на 2/3 сократим госслужбу, сотворим новые рабочие места, и через один срок парламентский мы уйдем. Кто на работу другую, кто домой, кто куда хочет, пусть уезжает. Но нам не нужны люди, которые опять прилипнут к своим стульям. Нам не нужны люди одни и те же фамилии. Одни и те же люди последние 25 лет просто убивают Украину. Поэтому мне кажется, когда мне сказали, куда ты едешь, вот тут есть, кстати, и грузины среди вас, я хочу сказать, куда ты, грузины, лезешь? Да, во-первых, да, я грузин, но я точно знаю, что Грузии тоже не будет, если не будет Украины. Украины не будет, если не будет Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, больших городов, потому что тут есть весь потенциал великой страны Украина. Абсолютно великая страна. Знаете, когда все, единственный рейс, который сейчас летает из Харькова, международный, рейс на Варшаву. Почему? Потому что все туда уезжают. Нам сказали, да, мы вам не дали хлеба, да, мы вам не дали рабочих мест, да, мы вам не дали перспективы, но мы вам дали безвиз, который нам дает Европа, потому что им нужна рабочая сила. Не нравится вам наша реальность? Езжайте в вашу Польшу. Я был в Польше, сейчас вынужден стажировки 2 месяца. Я общался там с украинцами, гражданами Украины. Знаете, я очень завидую полякам, но я точно знаю, что еще год-два такой жизни, и у нас некому будет платить пенсии здесь. Здесь есть среди вас пенсионеры. Если будет работающих на 10 меньше, чем 10 миллионов в Украине, то некому, неоткуда будет брать пенсии. Международные организации нам больше денег не дадут. И так сейчас критическая масса, которая содержит пенсионеров, студентов, неработающих, нетрудоспособных, детей. А скоро их тоже не будет, этой критической массы. Вот о чем мы тут говорим. Мы говорим о очень чрезвычайной экономической и политической ситуации в Украине. У нас доверие власти меньше 10%. Инфляция на предметы первой необходимости зашкаливает, а экономический рост отсутствует. Гремучая смесь, при которой дальше жить, это взрыв для страны, это дальнейший распад страны. Это не метод. И когда нам говорят, терпите, потому что будет хуже, я вас уверяю, хуже быть просто не может. Может быть только лучше. Когда нам говорят, терпите, Борик, потому что будет хуже, будет только лучше, если Борик уберутся отсюда. Я им хочу сказать, у них есть конкретные фамилии. Я пытался поднимать Одессу, но когда я поднимал Одессу, Путин договорился с Трухановым, Труханов говорит, даю тебе половину денег, буду вместе с БПП идти на выборы, не трогай меня. И они договорились против меня и против всех одесситов. В Харькове они договорились с Кернесом, половина денег туда и вместе идти на выборы. Область БПП, остальное Кернесу. Точно так же Днепря они договорились с Филатовым. Точно так же они договариваются во всех больших городах, кроме Львова, где они не смогли договориться, и потом утопили их в мусоре. Поэтому в такой ситуации у коррупции есть имена и фамилии. Имена и фамилии. И эта коррупция не общее понятие. Давайте сразу договоримся о тех, с которыми мы не будем договариваться. Потому что каждый раз нас разводили. Каждый раз нам говорили такими же лозунгами, которыми я сейчас с вами говорю, и нас разводили. Знаете, какая разница между тем, как я сейчас выступаю? Точно так же выступал Порошенко в 2013 году. Я сам слышал своими ушами. Меня самого он обманул. Так вот, я хочу сказать, какая разница между мной и им. У меня нет денег, у него есть миллиарды. Вы думали, это плюс, это огромный минус. Потому что миллиарды он украл у народа, и клептократ не может исправиться после того, как захватит власть. Это основная разница. Я был 9 лет у власти, тут Булах говорил, какая разница. И у меня ничего нет. Он никогда не был президентом, но он был 20 лет у власти, депутатом, министром, и он стал миллиардером. Если он министром стал миллиардером, президентом, что он будет делать? Дальше зарабатывать свой миллиард. Какая разница между мной и Порошенко? Порошенко боится. Порошенко боится вас,
Порошенко даже боится меня, а я не боюсь. Когда мне сказали, тебя расстреляют, я вернулся. Когда мне сказали, тебя арестуют, я вернулся. Когда сегодня моего соратника задержали в аэропорту и депортируют в Грузию, я не боюсь, я стою перед вами. Когда ближайших моего окружения, когда у меня сняли охрану, еще охрану депортировали, я скажу, не боюсь, я без охраны буду ходить. Я буду, наоборот, охранять народ. Вот разница. Порошенко трус, а я его не боюсь. Хочу сказать всем этим народникам, есть фамилии, с которыми мы никогда не договоримся. Есть Кононенко. Куда ни посмотришь, везде во всех бизнесах Кононенко. Куда ни посмотришь, судебная власть. Почему у нас нет справедливости? Потому что есть Грановский. Они говорят, Саакашвили не любит страну. Грановский и Кононенко любят Украину. Это мразь Милисенко, который правая и левая рука Порошенко. Он что ли любит Украину? Генеральный прокурор любит Украину. СБУшники, которые превратили в анекдот службу безопасности Украины, службу борьбы Украины, они любят Украину. Для меня враги Украины не меньше, чем Путин. Это те люди, которые убивают Украину изнутри, которые меняют ее на свои банковские счета. И вот я вам обещаю твердо, какая бы как бы ни сложилась моя жизнь, буду бороться до конца. Даже если я останусь один в конце, один более него, вы увидите, как я умею сражаться. И я точно знаю, что не останусь один, потому что будет все больше и больше и больше. Начинайте, пожалуйста. Я твердо знаю. Знаете, я вам даю клятву. Мне лучше умереть, чем отомануть. Я вам даю клятву. Мне лучше, чтобы вообще у меня вообще никогда в жизни ничего не было. У моей семьи никогда не было. Это будет это вечный позор. Но никогда я с ними не договорюсь. Не договорюсь, никогда я с ними не вступлю в сговоры. По простой причине. Потому что или с ними, или с вами. А вы намного лучше. Вы есть настоящий народ. Я точно... Украина будет сверхдержавой Европы. В Украине город с самым большим индустриальным, интеллектуальным потенциалом и будущим. Харьков, который они превратили в тупик, который они превратили в отстойник, который они превратили в болото и музей самка. Здесь есть люди всех поколений, сколько молодежи, но одновременно люди всех возрастов. Я хочу сказать, нет возрастных ограничений. Совок есть и молодежи, совок есть и у старых. Совок и может быть у нас. Есть люди, которые хотят мыслить в будущем. Есть люди, которые ориентированы на будущее. Это люди, которые всю жизнь работали и ничего не крали. Это люди, которые любят страну. Это люди, которые не продаются. Давайте среди вас выбирайте этих депутатов. Давайте среди вас найдете новых президентов, нового премьера, новых членов правительства. Вот все, что я могу сказать. И последнее. И потом. Мы, конечно, все поставим на свои места. У него, у Порошенко, 144 бизнеса. Скажите мне, пожалуйста, если у вас один бизнес, а тут есть бизнесмены, у меня нет никакого бизнеса, но я знаю. Вы целыми днями думаете про бизнес. Если бы у вас было 144, у вас было бы время заниматься управлением государством. А он получает, он в банковском секторе. Все банки упали, а его банк получил 304% прибыли в прошлом году. Он в автопроме, и в Украине чудесным образом больше нет автопрома. Он в кондитерском бизнесе. И вы слышали хоть о серьезной другой кондитерской фабрике в Украине? Только один год почему-то должен быть в Украине. Он в банках, он в сельском хозяйстве, и практически всю землю забирают они. Он в сахарном бизнесе, и все сахарные бизнесы в Украине закрылись. Все остальные сахарные заводы. Это несправедливо. Когда у президента не будет бизнеса, люди будут развиваться. Когда у президента есть бизнес, ничего больше не развивается. Вот и вся история. Когда необразованные люди у государства, для образованных нет места. Когда у нас премьер-министр, не то чтобы из высшего образования, без школьного аттестата реально, а тут стоят люди с тремя дипломами, и у вас нет дохода элементарного. Это несправедливо. Это нечестно. Так не поступают власти, уважающие свою страну собственными гражданами. Для них народ это быдло. Они считают, главное все обещать, а там народ глупый, он забудет. Так вот, запомните каждое слово, которое я вам говорю.
и напоминайте все время. Потому что я точно знаю, у нас есть память, у вас есть память, у вас есть совесть, у вас есть интеллект, а у них ничего нет. Они торгуют нашей безразличностью, они торгуют нашей пассивностью, они капитализируют тем, что они думают, что мы устали. Давайте покажем. 17 октября, сегодня мы уже показали, всем этим барыгам, что Украина не устала, что интеллект в Украине есть, что борьба, что люди, которые умеют сражаться в Украине, что воля к победе Украине есть, и Украина победит их и внешнего врага. Украина станет единой сверхдержавой в Европе, которая будет устанавливать правила игры в Европе, и для каждого из нас это будет достойная жизнь. Мы будем жить не хуже поляков, а лучше поляков. Мы будем ездить в Европу как гордые туристы, а не просто с протянутой рукой. Мы будем ездить не туда за работу. Каждый из вас может создать нормальные рабочие места здесь и работать за нормальной работе. Наша молодежь должна оставаться в Украине. Это очень важно. Но давайте сделаем все для того, чтобы не было коррупции в высших учебных заведениях и у них были рабочие места. Вот и вся история. Я это делал в жизни в маленькой стране. Но я точно знаю, что в маленькой стране 10 раз меньше потенциала. Здесь 10 раз больше, 100 раз больше. Дай Бог, чтобы мы реализовали большую часть этого потенциала. Я не успокоюсь, пока это так не будет. Украина станет очень быстро развиваться. В Украине мы поднимем все наши предприятия, все наши подвесы под инновационный потенциал, и мы прорвем это болото. Мы обязательно его осушим. Мы обязательно прорвем эту гниль, которая там есть. Мы обязательно прорвем эту нечисть, которая там собралась. Государственных учреждений очень смердит. Я прошел рядом с областной администрацией, вонь оттуда доносится. Зачем вы говорите, как вам? Зачем это к чему? Я вот точно. Двери, все покрыто плесенью, внутри и внешне. Гораздо больше смердит от банковой. Гораздо больше смердит от парламента. Гораздо больше смердит от Кабмина. И мы не будем бояться этого запаха. Мы пойдем, мы откроем эту гниль, мы очистим там все и установим порядок. Потому что Украина достойна чистых учреждений, настоящей власти, настоящей, которая наведет порядок и служит людям, которые ничего не будут класть в свой карман. Потому что все для народа. И тогда мы можем гордиться для наших внуков и правнуков. Какая у меня амбиция? Очень простая. Если я хочу, могу сказать своим детям, своему сыну, который ждет меня сейчас в Киеве. Мальчик, твой отец не только Грузию построил, он помог другим украинцам построить Украину. Это знаете, какая великая амбиция? Не надоело протестовать. Вы думаете, мне приятно просто протестовать? Вы думаете, мне приятно вместе с вами стоять на площадях, и который год уже провозгласил этот лозунг? Нам всем хочется строить, нам всем хочется развиваться, нам всем хочется обустраивать свои собственные жизни. Куда, сколько? Я не хочу быть профессиональным оппозиционером. И вы не профессиональные оппозиционеры, вы порядочные граждане. Вам тоже хочется жить в нормальной стране и строить эту страну, а не все время жаловаться, что что-то не так. Давайте хоть один раз не дадим себя развести, хоть один раз. Доведем дело до конца, хоть один раз пересадим их всех к чертовой матери и хоть один раз встанем, чтобы вам сказать, что мы окончательно победили. Будет золотая эпоха Украины, когда они уберутся. Я хочу это заявлять в полной ответственности. Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать, наложить, но это не проблема. Даже убить. Не проблема. Я этого не боюсь. Я точно знаю, что нас уже столько. Эта идея настолько сильная, настолько много интересного молодежи. Тут Лещенко выступал, депутаты выступали. Много интересных людей. Я хочу сказать, разом нас богато, из нас не подулаты. Тогда так не вышло, но в этот раз будет так. Потому что в этот раз
Мы в него делали. Народ всегда был прав. Руководство всегда оказывалось, не оказывалось на высоте. Давайте вместе поднимать Украину. Давайте вместе побеждать в Харькове. Давайте вместе идти и менять ситуацию в Киеве. Давайте идти вперед. Давайте оставим назад эту тьму, проблемы, нищету, бедность, неуважение к людям. Давайте побеждать. Украина, пора перемогать. Слава Украине! Слава Украине! Спасибо огромное! Спасибо! Спасибо! Я вас слушаю! Еще хочу сказать! Я не для того в Украину вернуться, чтобы им дать возможность убежать. Этого раза на свою голову они меня пустили обратно. Не хотели пускать, так вышло. Они меня пустили, мы их не выпустим. Их-то точно не выпустим. Одно из вещей, которые мы обещаем. Так вот, передаю Порошенко. Передаем своим хлопцам. Вам пришлось меня пустить, так вышло. Вы за мной гоняйте сейчас, гоняйте сколько хотите. Даже если поймаете. Вы меня пустили, мы вас не выпустим. Мы вас не выпустим, потому что вы должны отвечать. По крайней мере, не выпустим с имуществом, не выпустим с офшорами, не выпустим с вашими дворцами, не выпустим с тем, что вы украли. Достаточно. Все это должно быть возвращено народу Украины, а потом часть может убираться куда хочет. Но пока все не вернут до последней копейки народу Украины. Это очень важно. Пока не вернут тариф Ахметова, пока не вернут все, что украдено, пока людям не вернут рабочие места, пока людям не вернут перспективу и надежду. Это для меня очень важная перспектива. Я не боюсь, я иду на них, я иду на вы, как говорил старый князь великий, у которого сейчас культура у меня в кабинете все время. Я на них не напрасно стоит. Мы все идем на вы. На эту гниль, на эту нечисть, на этих врагов, на этих барыг, на этих людей, которые на них обобрали Украину, и все нагло продолжают нам читать лекции, чтобы из них мы пропадем. Смешно, стыдно и срамно, соромно для них. Пока констатирую. Я знаю лучше людей. Каждый из вас лучше, чем каждый из них. Вот и вся история. Давайте вместе сражаться. Тоже говорит, походи. Музыка коммуникации. Будь барыги, ты будешь угрозы нападения. Война прекратится тогда, когда Гладковский перестанет на ней зарабатывать. Война прекратится тогда, когда Ленинская Кузня не будет выпускать эти катера. Война прекратится тогда, когда Украина будет развиваться большими темпами развития. Война прекратится тогда, когда барыги и больше за нашими спинами не будут зарываться. Барыги. Барыги, я ответил. Я ответил. Мы будем сражаться. Я никогда в жизни не стану Украину. Не надо пугаться, не надо нас пугать, не надо нас насылками. Самое страшное в Украине, наряду с Путиным, это коррупция, это беспредел, это Гладковский, это то, что они говорят на войне. Эти люди зарабатывают на войне. Вся история. И другая. Мои грузины не ушли с постов, потому что в отличие от ваших друзей, они не скурвили, и их не смогли купить. Я ушел от поста, потому что меня не смогли купить. И я, в отличие от многих других, никогда не откажусь от украинского гражданства. Меня лишили белого гражданства. Я вернулся, вопреки твоим хозяевам, как они меня пугали. Я уже Давайте вместе побеждать, давайте вместе идти вперед, давайте вместе преодолевать все преграды, давайте убирать их от власти и устанавливать справедливость. Миша! Михаил! Михаил! Миша! Миша! Развон сепаров был у демонстрантов. Огонь!
називається Бородюша. Як у тебе, пану, побратів Барики? У Барика нет побратимов. Спасибо. Спасибо, Лешиба. Да, можно? Доведите до конца. Доведем точно. Да, да, до конца, до конца. Мы с вами. Будет что-то наперед. Знаете, что фотографируют? Свои, свои. Василий, объясни. Евгений Николаевич, обопрошенный. Боже, спасибо. Вы убегайте сейчас! Все пройди в жопу! Да. Касатская! Грязь касатская! Путиновская! Что, не надо вам волноваться! Миша, молодец! Реально народа. Вот я харьковчанин. Я на Майдане был, я вас видел. Я вас видел на Майдане. Пока когда мы стояли на баррикадах. Коса, пойди в жопу. Ты выходил из Мерседеса, а потом обратно уходил с Мерседеса. А мы стояли дальше на баррикадах. Я трассана, сура не вышел. Миша, мы с тобой! Почему мы и побратимы Барыки, а? Которые два года воевали на... Не дергай ты меня! Слушай, не толкай. Кто его толкает? Кто, блядь? Грозный! Дай спасибо! Отходим от последней! Аньфа! Мужчины, молодцы, что воюют! Аньфа! Браво! Кто воюет за нас, слава! Миша, браво! Миша, будь здоров! Пусть ответит на вопрос, куда он убегает, все стоят, пусть пообщаются! Да он убегает! А куда он убегает? Сел и уехал! Пришли простые люди! Алло. Алло. Михаил Николозович, что-то. А что с нами не поговорил? Да потому что... Молодой человек. Ну, ну секунду, подожди, мне скажите, я пошел домой отдыхать. Скажите, когда пенсию умножат в 3 раза? Хорошо. Вы меня спрашиваете? У тебя. Спросите Порошенко. Нет, у тебя. Я пенсионер. Он меня обокрал 3,5 раза, брат. Его надо повесить в стеле в Киеве. Вот так взять, повесить, поставить урну, поставить биту. И каждый пенсионер свободно подходил и его бил, чтобы там мокрое место не осталось. 3 раза пенсии, когда умножил. Хорошо. Который год. Сука.